Самарскую область поступила очередная партия вакцины «Гамковитвак» для профилактики новой коронавирусной инфекции – 9400 доз. В Новокуйбышевске первично привились уже почти 3000 пациентов. У Дмитрия Лепихова вахтовый метод работы. Для того, чтобы защититься от вируса и не проходить каждый раз обсервацию, мужчина решил вакцинироваться. Сейчас те люди, которые привились, они смогут заехать на объект уже без обсервации. Соответственно, это лишние 2 недели мне не сидеть и... Платит там мало, соответственно, когда сидишь на обсервации. Тем самым я сэкономлю время для себя, семьи своей. Активно прививаются и сотрудники предприятий региона. Всего на сегодня в Самарской области привито более 104 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию почти 42 тысячи человек. Начинают прививку это хронические пациенты, особенно пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, это пациенты-хроники, так называемые, декретированные группы, это медицинские работники, социальные работники, учителя. Дистанционно записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу записи на вакцинацию от COVID-19. Даже при отсутствии электронного расписания жители могут оставить заявку, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию. Никита Колосов, Мария Илчан, События.